Сервис от компании Сингент. По обеспечению нанесения заданной дозировки протравителей с контролем качества. Что в него входит? Дефектовка, калибровка и настройка машин типа ПС, а также контроль качества обработанных семян при помощи слаг-анализа. Для качественной обработки семенного материала протравителем необходима его качественная подготовка, а именно очистка от пыли и примесей и калибровка семян. Первый этап дефектовки – это проверка работоспособности всех узлов и агрегатов машины. Визуальный осмотр, проверяем целостность и комплектность машины. Семенной материал в машину попадает через загрузочный шнек. Далее семена попадают в бункер-накопитель. С бункера-накопителя через заслонку в камеру перемешивания, где происходит основная протравка семян. После этого семенной материал попадает в систему выгрузных шнеков, где происходит допротравка семенного материала. Обязательно открываем люк в камере перемешивания семян и проверяем наличие и исправность диска распределения семенного материала и чашки распределения суспензии. При необходимости проводим тарирование бака и осматриваем на повреждения все узлы системы подачи суспензии. Проверяем работоспособность насоса подачи суспензии. На данных машинах могут быть установлены два основных типа насоса – центробежного с регулировкой при помощи крана и мембранного, так называемые насосы-дозаторы, с регулировкой при помощи круглой шкалы и диска. За работу самохода отвечает датчик, установленный в бункере накопителя семян. И самый главный узел, отвечающий за качественно протравленный семенной материал в машинах типа ПС, это автоматический режим работы. За работу в автоматическом режиме машины отвечают три основных датчика, установленных в бункере накопителя, а также электрощитовая панель управления машиной. В данных машинах имеется еще один немаловажный датчик. Это датчик уровня суспензии. Находится он в баке. При минимальном показании суспензии данный датчик должен отключать все системы протравки семян. Убедившись в корректной работе машины, приступаем к калибровке. Для этого необходимо проверить производительность подачи семенного материала тонн в час и после этого отрегулировать подачу суспензии в необходимом соотношении. Нам понадобится тара в виде самосвала либо бигбэга. При помощи рычага, находящегося между бункером, накопителем и камерой-смесителем, регулируем подачу семенного материала и проводим контрольное взвешивание. Данную манипуляцию проводим 3 раза. Используя ведро и мерную кружку, регулируем подачу суспензии в необходимом соотношении. Для того, чтобы убедиться в полноте протравки семенного материала, мы используем экспресс-анализ лак от компании Сингента. Сервис по обеспечению нанесения заданной дозировки протравителя поможет вам реализовать полный потенциал продуктов компании Сингента, защитить и сохранить будущий урожай для получения максимальной прибыли.